примчался я на поле, а у нас тут сильный ветер. Короче, обнулились мы по закрытому грунту. Это у нас рассадник полетел. Осталась у нас отапливаемая теплица только. Так вот. И вон тот балаган. Сейчас пройдемся, посмотрим, что такое сельское хозяйство. Сильные порывы ветра. Пленки год Магнус Агро. Пашура зашлась. Так, это рассадник у нас. Ну, это не страшно. Так вот. Это у нас балаган. Он целый. Закрыли его. Так вот. Это теплица первая. Пленки нет и года. Это у нас Волгоградская. Вон та часть у нас улетела. Почему-то половина. Половина держится. На удивление. Так вот. Ну, дело времени, я думаю. Скоро и она улетит. Так. Здесь у нас не было пленки, слава богу, не поставили. И вот это вот тоже Волгоград. Меньше года отстояла. Рвется именно пленка. Не выдерживает пленка. Вот. Перетяжка. Остальные перетяжки оторвало, наверное, я так понимаю. Ну да. Так. Надеюсь, меня слышно. Микрофон надел. Этот балаган стоит. Но это единственный балаган, который останется. Там уже сломало дугу. Сейчас на спад идет ветер, поэтому... Ну, этот кое-как достоит, но он как согнутый. Короче говоря, вот таким вот образом мы сейчас в таком состоянии. Обнулились. По-другому никак не скажешь. Закрытым грунтом. Эти пленки-то не жалко. Это уже на выброс должна была быть. Уже четвертый сезон отстаивает. И в таких балаганах, перетяжках, в принципе, нормально. А вот это жалко, конечно. Минус 150 тысяч, считай. С работой минус 150 у нас сегодня. Так вот это работает.